Всем привет, с вами Депикачу, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Я создаду мир, не знаю, давайте назовем его Ад. Вот выживание. В общем, вот так вот у нас все будет. Я не буду ничего другого ставить. Будет именно режим выживания. Ну что ж, давайте пойдем. Я вот буду показывать только самые важные моменты, так как мне лень будет просто все записать и потом демонтировать, я буду именно на паузу ставить. Ладно, вот сейчас у нас загрузится мир. Кстати, я установил себе скин. Вот такой я Джокер. Ладно, давайте пойдемте. Вот как раз у нас дерево. Сейчас я подбываю себе дерево и вернусь к вам. Так, отлично. Вот в некоторых выживаниях иногда вообще овец возле нету. А тут как раз две овцы в самом начале. Кто не знает, то овцы нужны. Ой, куда вторая пропала? Она тут была, я ее видел. Ей от меня не убежать. Если я, конечно, ее найду. Так вот, овцы нужны, чтобы получить шерсть. Ой, я застрял. Чтобы получить, в общем, шерсть, а из шерсти можно сделать кровать. А если не сделать кровать и не поспать 3 ночи подряд, то на тебя могут напасть фантомы. О, вот ты где. Прости, овца, но у меня нет ножниц. Просто когда есть ножницы, можно их просто подстричь. А ножницы еще найти надо. В общем, я вот нашел такую пещерку. Тут можно какой-нибудь маленький домик. Ну, можно на один домик день построить. Как раз тут вот уголь есть. Это очень важно. Так, ну что ж, я вот себе маленькое убежище построил. Могу быстрый рум-тур провести. Я вот тут со скелетом поборолся. Ну, вот такая вот у меня. Тут вот верстак, где я могу всякие штуки создавать. Здесь печка, а вот здесь есть угля, который можно подобывать. Может быть, так как у меня не хватает немножко шерсти, мне не хватает одного блока шерсти для постройки этого кровати, я сейчас пойду в какую-нибудь шахту. Хотя лучше дождаться утра, найти еще овцу одну, сделать себе кровать, чтобы возрождаться именно дома у нас. Ну, в нашем убежище. Ну что ж, наконец-то ночь закончилась. Так, я не знаю, лучше все-таки оставим этот дом и пойдем искать это, овец и всех других животных. О, сразу овца пришла. И других животных, потому что нам нужно много еды, потому что мы можем просто умереть из-за голода. Я практически чуть не умер, пока это был в заточении.
я теперь решил отправиться обратно домой. Ну что ж, за свое маленькое путешествие я добыл 7 курятин, 7 сырых свинин и 1 сырую баранину.